Да, дорогие друзья, по-моему, седьмая или восьмая часть смешных моментов от Айрона. Я рад всех приветствовать. Всем здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала. С вами, как всегда, Айрон. И в сегодняшнем видеоролике мы посмотрим на пятую часть, получается, смешных моментов от Киласова. Либо же за 1-2 дня он сделал еще одну часть на минуту 42. Это очень даже хорошо, так что мы открываем этот видеоролик. Я делаю для вас, да, вот так вот для просмотра, отлично. Все, давайте, надеюсь, будет угарно. Спасибо Киласову, так что давай, типа, смотрю, ничего. Опять радуешь меня и моих, надеюсь, подписчиков. А, так что, ролик. Спасибо тебе за четвертую часть реакции. Если еще будет пятая часть, я прям буду тебе реально благодарен. Быстренько. Пов, это я еду снимать новую нарезочку. Смешные моменты с канала Айрона. Хайвы, алло, хайвы, люди. Не! Какой три круга? Один. А, нет, три. А, нет, один. А, нет, три. Нет, три. А, нет, один. А, нет, три. А, нет, три. Жиза. Это полная коллекция Макварнов, по-моему. Смотрите. Опять полная коллекция. Максима Мия, ладно. Мы звали. Ну, конечно. Конечно, звали. Мы собрались, мы сделали пробный, так сказать, заезд. Люди вроде бы поняли, надеюсь на это. Но это не точно. Жиза. Но это не точно. Вот сразу же еще. Которые реально, ну, типа, не доперли, но... Ну, это уже, да. Вот, да, три Бэтмена находятся вот здесь вот. Бля, обожаю. Ну, конечно, если вы скажете, что Импала Пальмыча говно, то Пальмыч, короче, придет к вам домой, и да. Пока вы будете спать... Я не украду его осмотр. Не, ну, типа... Да, он у вас украдет роутер, не переживайте, пацаны. Так что... Да, 100%. Себе роутер заберет. Подписчик, который написал, что Импала фигня, к нему пришел парень. И самое лучшее, что могли добавить в этом обновлении, это новый метод зарабатывания, типа. Отлично, я давно это хотел. Что за кирпичи? Ура, я давно этого хотел. А все. Ну, из этой нарезочки, конечно, ну, я даже не знаю, что самое крутое. Раз момент, два момент. Не, с Максимом, наверное. С Максимом, наверное, не больше. Ну, и с Бэтменом прикольно. Ну, и с Пальмычем. Короче, все прикольно. Ладно, всем спасибо за просмотр, Киласов, спасибо за пятую часть. Если ты еще шестую сделаешь со временем, то, ну, будешь вообще молодечиком, так что... Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. На с вами был Айрон. Всем удачи, всем пока-пока. И до скорых встреч.